комментарий свои еще не знаю. Еще раз. Комментарий свои еще не знаю. Комментарии. Мы приехали сюда только на победу. Нам надо было, как говорится, не пасть грязь лицом и показать, что мы действительно достойны Кубка Украины, что перед этим играли. Я считаю, что игра сложилась успешно. Некоторые игроки с нами не поехали. Это, конечно, из-за этого было тяжеловато. Не было ротации такой. Молодые нам помогли. У нас есть победа, мы довольны. Спасибо. Поздравляю с победой в Кубке Украины. Спасибо. Комментарий, значит. Ну, я думаю, что, по-перше, все-таки дівчата – це емоційний стан. І після перемоги в Кубку України набагато простіше і цікавіше з ними зараз спілкуватися. Напевно, вони трішки більше повірили в себе, аніж було раніше. Тому перша причина того, що ми сьогодні перемогли, це, напевно, оця їхня впевненість і, як Віка сказала, не впасть в грязь лицом. Да. Вони відчули себе володарями Кубка України, коли перемогли. І сьогодні я дуже дякую команді своїй, яка, напевно, по плану на гру це була краща гра в цьому сезоні в Суперлізі, яку вони відіграли. Тобто в мене є зауваження, але їх реально буде дуже мало по деяким гравцям в деяких конкретних епізодах. А так, напевно, на 99% план на гру був повністю виконаний командою. Я їм дуже дякую. Приємно, коли дівчата стають трішки більш професійними, аніж були до того. А кадрові проблеми, що ви виходили з матом? Ні, за Яни Голубош нема, захворіла дитина, вона не змогла. Це така поважна причина. Ми розуміємо, що це гравці, але мама є мама, і мама це пріоритет, як би не було, тому ми якби розуміємо, вона залишилась вдома. Большое спасибо з победой сьогодні. Ще раз з победою в Кубці України. Дякую. Дякую. Віталій Ігорка сьогоднішній. Ну, першу половину ігри ми проиграли там подбор, да, получается, наша борьба, мы ее проиграли. И во второй половине мы старались найти свою игру, защищаться, но в защите до конца не успевали. До конца атаки, ну, у них атака была и заканчивалась результативно, мы не дорабатывали защиту в конце. Вопросы есть? Ну, пускай. Первая домашняя игра в этом году, да, ваши комментарии после нее. Ну что хочется сказать, конечно, команду ровно поздравить с хорошей игрой и с победой. Вот. Конечно, я не ожидала, что у нас сегодня будет такое начало. Ну, начало, в общем-то, 10-10 было еще ничего, а потом просто стоячка, непонимание, все хотят играть с мячом. Мы проиграли подбор, мы не забили ничего, у нас 18% попадания после первой половины. Вот. И, конечно же, хочу выделить, ну, Гаврильчик в первой половине подобрала практически 50%, наверное, всех мячей со Спиридоновой. А вообще Шматову, потому что, конечно, она ведущий игрок, она не только игрок, который забивает, но и который ведет игру, руководит командой, и игровая дисциплина, то, к чему я стремлюсь, чтобы была в нашей команде, у них была сегодня на высоте. Вот. Я большие претензии, конечно, у меня к игрокам задней линии, очень большие претензии. Ну и, конечно же, как не только к ним, но и к передней линии, потому что выходить просто на площадку – это не показатель. Надо выходить и играть, сражаться, бороться. Даже если не попадаешь, есть много моментов в игре, когда можно себя проявить. Вот. Обидное поражение, но будем стараться. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать, конечно, сегодня. Был момент, что мы сократили до 9 очков. Опять же, потом действия в защите, не хватает концентрации, не хватает работоспособности. И команда противника забила пару трехочковых, и
восстановила опять разницу. Будем работать, будем смотреть игру, будем находить ошибки. Уже чемпионат перешел в середину, поэтому сейчас расслабляться нельзя. Впереди очень важные матчи. Вот, конечно, будем. Если не играть и не выигрывать, то зачем тогда тренироваться и вообще, ну, и представлять город. Спасибо большое, желаю вам победы. Спасибо.